Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем самолет-истребитель Су-30. В набор входит клей, наждачка, 110 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А детали, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. Для таких неровностей используем наждачку. Чтобы правильно приклеить деталь, ориентируемся по отметкам. Повторяем то же самое с другой стороны. Второе крыло клеим по аналогии. С другой стороны делаем то же самое.
Таких должно быть 2 штуки. Таких ракет должно быть 6 штук. Готово! У собранной модели вращаются колеса. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!